Международный автосалон в Женеве открывает двери. Обилие роскошных моделей на выставке заставляет забыть о том, что минувший 2009 год был для автопрома достаточно трудным. Машины представительского класса не только поражают своим дизайном, но и радуют экологически чистыми двигателями. Многие ведущие автопроизводители демонстрируют экономичные гибриды. Легендарный английский Aston Martin, помимо мощной спортивной модели Rapid, представляет малолитражку Signet. Скорость для нее не главная. Задача компактного авто – снизить загрязнение городского воздуха. По мнению некоторых аналитиков, в будущем моделей с экологически чистыми двигателями станет еще больше. Взглянув на зеленые модели представительского класса, мы видим образцы высших достижений. Одним из лучших является Porsche 918 Spyder, который представляет собой спортивный автомобиль со сверхвысокими характеристиками. Он оснащен тремя электрическими двигателями и восьмицилиндровым бензиновым. Это один из больших сюрпризов выставки, а также вершина того, что могут представить экологические технологии на сегодняшний день. Гибридные и зеленые модели – последнее слово автомобильной промышленности представительского класса, и в дальнейшем таких машин мы будем видеть все больше. Сейчас уже трудно найти автопроизводителя, у которого не окажется зеленой малолитражки. Даже суперкар Rolls-Royce Ghost с мощным двигателем объемом 6,6 литра можно считать самой малогабаритной моделью из всех когда-либо выпущенных этой компании. Роскошный автомобиль стоит около 300 тысяч долларов. Возможно, вы помните, что это же время год назад было довольно безрадостно. Теперь вроде бы стало лучше, и я рад сообщить, что наша новая модель в большой степени способствует этому. 80% наших покупателей проявило интерес и заказало эти модели, прежде не выпускавшиеся компанией Rolls-Royce. Если же Rolls-Royce кому-то не по карману, но хочется иметь экологически чистое авто представительского класса, то выбор все равно есть. Aston Martin предлагает модель Signet по цене всего 45 тысяч долларов США.